поступаем, забрав родителей, воспитывая своих детей в той нравственной парадигме, в которой они считают нужным, в своей религиозной системе. Мы выступаем за право ребенка на семью, на невмешательство государства в дела воспитания ребенка, да, право родителей на воспитание собственных детей, так как они считают нужным. Мы выступаем против растления, против сексуального просвещения детей в школах, потому что мы считаем, что это ранняя сексуализация детей, которая ничего хорошего не принесет. Мы также считаем, что дети имеют право на защиту их целостности интимной, на защиту их религиозных взглядов, которые прививаются родителями. И вот в этой связи, вот в этой вот сфере сосредоточены наши усилия. Родители России – это такая очень большая масса людей, которая объединилась как раз против вот этих вызовов, которые сегодня в нашем обществе тоже начинают внедряться. Вот, собственно говоря, мы та православная верующая в основном общественность, которая пытается противостоять вот этим глобалистским либеральным взглядам. Спасибо.